Станция юных техников получила и уже освоила грант на реализацию проекта по детскому техническому творчеству. Финансовую поддержку оказал Ангарский электролизный химический комбинат. Свой собственный конкурс социальных проектов почти на 500 000 рублей предприятие впервые организовало этим летом. На сумму около 80 тысяч станция закупила специальный материал для авиамоделирования. Накануне юные конструкторы получили долгожданную посылку. В ней находились радиоуправляемые модели и комплектующие необходимые для сборки. Мы заинтересованы, чтобы наши дети именно вот в зимний период не просто сидели в кабинетах и собирали модели, конструировали модели самолетов, а именно применяли практические действия этих самолетов. Поэтому, когда мы увидели, ну вот, естественно, это не в нашей Сибири, а в Новосибирске это очень хорошо развито, увидели, что есть такое направление, мы, естественно, это, можно сказать, взяли у них. Авиамоделирование сегодня – один из самых известных видов технического спорта среди ангарчан. Своей популярностью он обязан тому, что не имеет ограничений по полу и возрасту. С сегодняшнего дня на станции юных техников занятия будут проводиться уже с новым оборудованием, а уже через месяц авторы проекта проведут соревнования в городских школах.